Ладушки, бросим эту, не знаю кого, и пойдем куда-нибудь. Говорить она со мной не желает. Сволочь ты неразговорчивая. У меня 58% здоровья и ни одной аптечки. Я вообще в шоколаде, я думаю. И у меня какая-то палка с собой еще. Информация. Ой, да насрать, там ничего же нету. Добро пожаловать в нору дьявола. Ну или в подвышку дьявола, скорее я пришел. Присель. Стойте, я немножко погромче все сделаю. Мне очень нравятся, кстати, игры, в которых звук, в принципе, тихий-тихий-тихий, потом в каких-то катсценах он начинается громкий-громкий-громкий такой звук. Это можно открыть? Нет. Фига себе, вторая палка. Я возьму, пожалуй, вторую. Нет, я оставлю свое. Не знаю, что у меня. Какой-нибудь мачете, наверное. Я полагаю, это тупик, но подумал сначала, что вот эта палка, это какая-то веревка. Ну ладно. Не, клево, конечно, что у меня пистолет отобрали, я очень счастлив. Ууу, я думаю, что раз искриться, то лучше не идти в лужу или... да, первый позыв был правильным. И мне отняли 10% хп за это. А, инстинкт самосохранения меня не подвел сначала, но я подумал, ну может быть игра такая кривая, что меня не заденет электричество, ага, ща. Зашибись, и что это мне дало? То есть, в принципе, это лужа просто так, ловушка для дебилов, да, типа меня. Окей, спасибо. Спасибо, что выставили меня дебилом, разработчики, я очень вам... благодарен за это все. А у меня карта есть этого места? Новых заданий нет. Новых загадок нет. Вот, карта есть. Нет, ну это старые карты. Не. Fuck you! Какая сложность сейчас загадка-то была. Кнопочку нажать. Вы это сами сейчас видели, да? Как свет сменился на туман быстро. Мне это очень страшно, когда у меня 48% хп, и мне нечем подлечиться. И у меня нет водки, чтобы забыться. Знаете мне, что это... Ну, подождите, я остановлюсь немножко и скажу, чтобы не сбиваться с мысли. Что мне напоминает эта игра? Во-первых, здесь очень темные локации, да? То есть темные. Во-вторых, герои абсолютно неинтересные. В-третьих... какие-то дурацкие пазлы. В-четвертых, у меня в качестве фонарика у меня зажигалка. Я как бы сначала, когда говорил то, что в прошлых частях зажигалка была, в прошлых частях Silent Hill была источником освещения зажигалка, то я немножко спутал Silent Hill с другой игрой. С игрой под названием «Пила». Игра Saw, которую выпускали по одноименному фильму, наверное, ну, все знают эти ужастики. Мне лично эти фильмы нравились, но... Игра вышла абсолютно убогой и ужасной. Единственное, что отличает сейчас Silent Hill от Saw, это то, что здесь пазлы, по крайней мере, разные попадаются. Хотя когда на самом деле в Saw было... пазлы были одинаковые, они повторялись постоянно. Охренеть, как страшно. Так кто там на машину насилует? Хватит! Диджей говорит то, что эта музыка была заказана Пендлтоном, ну что-то типа того. Так вот, там была тоже корявая боевка, и все оружия просто не действовали против врагов, отлично. Подождите, я микрофон перевешу. Ой, что-то он как-то близко ко мне к Харе был, и сейчас меня было, наверное, как-то громко слышно, наверное, слишком, да? Извините за это, если так было слышно. Сейчас должно быть лучше. Вот, и там на самом деле... боевка была настолько кривая, что все оружие, которое попадалось по пути, там бейсбольные биты и прочее, или еще что-то, оно было намного хуже, чем кулаки героя, и кулаками драться было намного легче и удобнее. То есть боевка была там примерно такая же, как и здесь, но по крайней мере быстрее. И как бы вот эта игра мне очень напоминает пилу. Хотя на самом деле пила была очень говенной. Игрой. Ну там хотя бы. Было интересно для...
Охренеть, я откуда знал, что я сейчас сюда прыгну? Там было хотя бы интересно играть, просто потому что... Так, господи, не прыгай ты сюда. Фильмы сделали свое дело, да? Я подумал, что может быть сюда можно пройти. Нет, нельзя сюда. Мне бы аптечку, аптечечку, аптечечку. Мне нравится, когда до хрена аптечек, потом ни хрена. Что это? Нет, спасибо. Я так и не пойму, что у меня в руках. Карта рулит. Вот я бы так прошелся мимо нее, и все, капец мне. А эта карта чего? Видимо, Сайлент Хилла. Или Хиллсайда, куда я приехал. Лэндсайд Авеню. Лэймонт Авеню. Ну, может быть, одна из улиц какая-то была в Сайлент Хилле, я, если честно, не знаю. Он что там какую-то хрень нарисовал, видимо, плюнул и растер. Ну хорошо, но по-любому здесь что-то должно быть. Нет, ничего нету. Обломись, Илья. Сбеги, вам нужно сбежать из Сайлент Хилла. Ага, ща. Клевое задание, кстати. Очень классное. Побег из Сайлент Хилла. Вау. Нам здесь по-любому нужен герой из сериала Побег. Как там актера звали, который его сыграл? Сыграл-то. Я помню точно то, что эту женщину, его женщину звали Сара Уэйн Коллис. Ну, точнее, ее сыграла актриса Сара Уэйн Коллис. А вот что-то как-то... Как звали героя, я уже забыл. Охренеть, как... Что? Что-то вы не подумали, что я... А, нет, я подумал, что ее должны были дать после того, как сошел с рельс. Ну там написано, сойдите с рельс. Но на самом деле нужно было выйти вот отсюда. То есть вот здесь началась подмышка дьявола. Подмышка дьявола, господи. Ну, подмышка, оно же арм пит. Вот здесь тоже могли бы. Можно дописать арм к слову пит и все. Будет отлично. Надеюсь, мазутные женщины меня не придут снова бить. Так, господи, открывайте мне сразу на карте, пожалуйста. Зачем мне эти задания? Я как будто не знаю, да? Может, машину можно сесть? Нет, вроде машина есть, сесть нельзя. Что такое? Так. Нет, палкой, палку и не... Палкой, палку, пай... Палкой, палку... Палкой, палку не разобьешь. Посмотрите, как клево сделано это... скамейка, как будто просто доски висят в воздухе и все. Ну, мне надо что-то, что-нибудь, чем разбить ведь. Алло, гараж, может, вы мне положите где-нибудь тут ломик, я не знаю. Можно положить Николая Валуева, он просто подойдет и скажет, вот он. Подойдет и скажет, ну чё, откройся, откройся, двери и доски такие сами, ну ладно. Коля, ну извини, ну чё? Ну чё ты такой? Вот топорик. Охренеть, здесь как будто, я не знаю, место отдыха для фриманов и лесорубов было. Видимо, семья фриманов женилась на семье лесорубов, и после этого у них вот такой вот союз... образовался, после чего у них родились дети и лопаточники. Ладно, я думаю, что сюда надо будет вернуться. Или стойте. Может быть, здесь какие-нибудь подсказки есть для этого сейфа? Я просто боюсь, что если я снова один сейф открою, мне тут что-нибудь классное, а потом я как обломаюсь за это все. Не, ну блин, почему у меня пистолет-то отобрали? Ну что такое? Ну ладно, фонарик-то упал, но пистолет-то как у меня мог упасть? И чем его держал-то? Я же его не держал вообще. Говнюки просто. Ладно, здесь ничего нету, значит. А он сейф на карте отметит?
Ну, надо тогда самому запомнить, что ли? Господи, да какая же неудобная. Ну вот, я просто отвожу ее в сторону, да, вот нажимая влево так вот, или вправо, да, стик веду, и он сам ведет до какого-то момента. Почему бы нельзя сделать, как, знаете, как в GTA, да? Взяли правым стиком вверх, повели, и вам приблизилась карта. Правым стиком назад повели, карта отдалилась. Нет, ну вот зачем нужно нажимать сначала так, чтобы получить статичное, да, приближение, а потом еще двигать так коряво? Ладно, давайте по улице Страуба поведем. Страуба. Мне почему-то сразу вспоминает Стауб из этой, из Доктора Хауса. Где все? В ящике ничего нет. Надо в этот дом пробраться. Вот в этом ящике по-любому что-то есть. Нет. Что это? А вот и фонарик. На улице птицы щебечат, если что. Это не я, что-то там чирикаю. Ух ты, сюда можешь пройти? Ладно, давайте... Нет, сначала нет, сначала обследуем все, что там есть. Это лестница или... Нет. Это не лестница. Чирик, 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 чирик. Блин, попугай у Артема, здесь птицы. Ну все, у меня какое-то птичье прохождение будут, в самом деле. И чё музыка заиграла? Чё к чему? Этот немощный кретин не может перепрыгнуть через вот это говно. Смешно. Сломать может? Нет, сломать тоже не может. Чтобы туда попасть, мне нужно вот здесь оббежать. Не, я возьму топорик. What the fuck? Он почему-то эту бросил, а обратно не взял. Он все эти обваленные места, да, показывает, да. Типа, мол, дерево упало. А это что там впереди? Кто-то успел, я не знаю, у нас, конечно, всегда на улицах вот такие вот заколоченные стены есть из палок, но все-таки. Что кто-то там упал, только что слева. Что я подобрал? Не знаю, что я подобрал, но он опять куда-то выкинул в какие-то неизвестные мне просторы, выкинул топорик. Молодец! Молодец! А, вот он. Блин, как-то тут все отлетает, я не знаю, от стен. Надо поосторожнее с тем, чтобы кидаться в людей чем-то, а то прилетит назад, не заметишь. Что-то там лежит. Тоже бутылка пива какая-нибудь. Не, палка. Господи, как я ненавижу весну, когда вот начинают эти... Уи, 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 щебетать. Господи, да найди ты какую-нибудь самку там, я не знаю, и это, щебечь ей. И успокойся. Это же по-любому вот эти вот щебетания эти, или чириканье, это же... Это какие-нибудь брачные игры у птиц. Нет, я терпеть это не могу сейчас. Ну, в смысле, терпеть-то я могу, но все-таки оно как-то немножко отвлекает. Сейчас я закрою окошечко. Тут на задний двор сейчас зайдем. Вынесем мусор или кому-нибудь мозг еще можно вынести, но... Стойте. И нахрена мне там обходить за бачками, если можно здесь спокойно пройти? А? Это палка. Пистолет бы отдали, а? Кстати, что забавно, за предзаказ этой игры давали гвоздемет, который полностью из-за которого инвентарь баговал, и после чего ты не мог взять два огнестрельных оружия с собой. И приходилось ходить с одним. И потому что одно из них, японский бог, одно из них перманентно с собой, перманентно заняло место в инвентаре.
Стой. Так, я побежал от них. Fuck you. Fuck you. Fuck you, sister. Нет, эта скотина будет меня преследовать, ладно. Их две стало. Так, ладно, они вдвоем уже окружили меня. Не, ну это сейчас комбо какой-то будет. Да сдохни ты уже! Фух. Сказали, что я в прошлый раз говорил то, что их за то, что их добиваешь, дают плохую концовку. Но потом мне сказали, что чтобы получить хорошую концовку, нужно вообще никого не убивать. Они, я не знаю. Блин, так вы смотрите, да, если их не добиваешь, они встают. То есть это как бы их. Ты их не убиваешь, а просто ложишь на землю. Волочи. О, наконец-то аптечка. Сразу заюзаю. Копы. Копы, я никого не грабил. Да ты скотина. Господи. Перестань орать на меня. Я не пропивал свою зарплату, и у меня просто ее нету. Ладно. Бежим назад, откуда пришла первая. Что это сейчас было? Я бегу, 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 бегу. А я бегу, 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 бегу. Ладно, их можно осаживать, но... если ты их не добиваешь на земле, то... Ну, я это имел в виду, в общем, когда говорил. Так что... Когда ты их бьешь, ты их не убиваешь до конца, если не начинаешь добивать их на земле. На земле, то есть, по идее, ты их и не убиваешь. Что это там, можно было подобрать? Ну, они показывали, что можно подобрать, что нет. А, это гроза, видать. Ну, или дождь. Угу, через стену, молодцы. Да, я как будто я мог ее заметить. Так. Хрен знает, куда идти. А вот с грозой они прикольно сделали. У нас как раз сейчас еще и тут пасмурная погода на улице. И вообще так атмосферно снаружи, атмосферно внутри. Атмосферно в игре. Зайти, конечно, сюда не дадут. Но от двух женщин я убежал, я молодец. По сути, я круг сделал. Вот здесь же я с ними встретился, да? Чё? Найти полицейский. Ну и что, где? Выбраться из Silent Hill. А, вот задание. Выбраться из Silent Hill. Добрался до Silent Hill. Кажется, здесь очень тихо. Где все? Нужно найти путь из этого города и никогда-никогда не смотреть назад. Полицейские машины везде. Но они не выглядят как нормальные полицейские. Что-то не так здесь. Что это за город? Подождите, к загадкам ничего не прибавилось? Нет. Ага, мне показали, куда идти. Понятно. Все понятно. То есть вот это вот... Вот это вот... Вот это, я не знаю, снежинка из плевка, это... То, куда мне нужно идти. То есть мне нужно налево идти.
Ну да, правильно, заключенному в первую очередь нужно идти в полицейскую станцию, полицейский участок, чтобы отметиться, да. Это просто абсолютно логично. Так я... Господи, откуда? Да кто это, что это такое, а? Я себе изнасилую джойстики и пальцы. Эти твари сзади бегут, вот, вот ведь сволочи, а. Никак не отстанут от меня, так и хотят моего молодого свежего тельца. Надеюсь, это скотина. Что? А ничего, что я на балке и ничего не могу сделать, окей. Если я буду всех оставлять живых, то у меня... Да я право нажимаю, хватит. Идентифицировать каждую машину... Так, я не успел прочитать. Этот говнюк меня отвлек. Господи! Идентифицировать каждую... Каждый номер вызова полицейской машины, что ли, типа того. Если я смогу... Так, блин, если смогу найти каждый номер машины, может быть, я смогу вызвать... Может быть, я смогу их вызвать с их... С их обхода, что ли?